Межрегиональная конференция «Живые уроки», которая состоялась на прошлой неделе в Чебоксарах, заслужила высокие оценки экспертов. В частности, благодарность организаторам выразила директор департамента Министерства культуры России Ольга Ярилова. Предложения, которые были сформированы участниками конференции «Живые уроки», Ольга Ярилова озвучила на круглом столе «Развитие детского туризма в России на современном этапе», который прошел в Москве в рамках международной выставки «Интурмаркет». Я знаю, что в эти дни на конференции в Чувашии было подписано соглашение. Сколько у нас? 5 субъектов уже включились? Уже 8. 8 уже. Я летела в самолете, и мне все бесконечно говорили о том, что и мы хотим. Проект действительно, мне кажется, уникальный. Он заслуживает внимания, заслуживает распространения. И тот опыт и то, что вы делаете, это, конечно, бесценно. В перспективе, отмечают участники круглого стола, будут разработаны единые требования для составления экскурсионно-образовательных маршрутов. Планируется создать межрегиональный координационный совет по реализации проекта. За круглым столом была достигнута договоренность распространить каталог «Живые уроки Чувашии» в школах города Москвы. На его страницах описана подробная информация об образовательных экскурсиях по республике. Только в эти летние каникулы в Чувашии планируют принять более 500 школьников из других регионов.